Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Одеська команда ветеранів з футболу «Аркадія» стала переможцями на міжнародному престижному змаганні у Франції. Сьогодні переможці в нашій студії – це президент футбольного клубу «Аркадія» Олександр Фомічов. Вітаємо. А також, насправді, легенди одеського футболу, відомі футболісти, відомі воротар багатьох українських клубів, а зараз тренер воротарів футбольного клубу «Балкани», а також віце-президент Одеської обласної федерації футболу Ігор Шухавцев. Вітаємо. Також наш бомбардир Чорноморця, чорноморська акула Олександр Касирін. Вітаємо. Дуже приємно, що прийшли до нас. Вітаємо з цією перемогою. Поділіться емоціями, наскільки масштабними були ці змагання, хто приймав участь, як вдалося виграти золото. Ну, слова президента клуба. Ми готувалися к этому довго, що з сентября прошлого року нам прийшло приглашення і потихоньку как-то раскручивалось, но к Новому году мы уже практически на 90% были готовы ехать и, грубо говоря, только побеждать. Когда приехали туда, все команды, команды были подготовлены, и сказать, чтобы там, наша команда, естественно, была на высоте лучше всех, и прошло все на одном дыхании, на одном уровне. Я считаю, что турнир прошел не даром, что все довольны. Мы показали, что футбол, грубо говоря, в Одессе не хуже, чем в любой европейском городе, в любой европейской стране. Ветеранский. Насправді, у суперників взагалі не було шансів, які зірки у складі. Хто ще грав за команду з наших одеських гравців? Валик Полтовец, Костюк Серый, Нечипорук Саня, Ероха, Ерохин Андрей, Павлик Игорь, Доценко Витя, Пархоменко Дима, Шилаев Олег, Белозор Серый, Доца говорил. То есть все, грубо говоря, известные футболисты нашего города. Насправді, зірковий склад, і я знаю, що були суперники з таких країн, як Франція, Бельгія, Голландія та інших. Було дві групи по 6 команд. Як вдалося вийти у фінал? Я знаю, що взагалі не пропускали голи тільки у фіналі з пенальті, так? І наскільки багато голів забивали? Ну, на самом деле, наверное, ребята с противоположных сторон не ожидали, что мы приедем такой подготовленным составом. И мы же едем всегда на любой турнир ветеранский. Мы даже ругаемся, иногда едем, там только выигрывает, только это, заводимся. Ну, то есть, получается, было 6 игр первые. Ну, тяжеловато было, потому что очень было жарко на самом деле. И по ходу игры почувствовали, что у нас есть преимущество. Ну, естественно, у нас вот есть бомбандир, есть ассистент Полтовец, есть там Шилаев, там, ну, многие ребята, которые ассистировали Саше. Гельзин Вадик с нами ездил тоже. Где-то вот игра была по 10-12 минут по таймам, и ребята почувствовали уверенность, забивали красивейшие голы, вот, и в защите практически не было проблем. То есть, я был такой курорт такой, знаешь, у меня был. Да, так что... Толик Опр, у нас много ребят послали, и Толик Опр, и Вадик Гельзин. То есть, очень сильно ударили по наших воротах было... Очень мало, но на самом деле, я же говорю, что ребята показали очень достойный футбол, даже для ветеранов. Пытались с центра поля забить, потому что ближе не могли подойти. Олександре, чи нарахували, скільки голів вдалося там провести у Франції? З яким рахунком були переважно перемоги? Перші ігри я вважав, а потім просто вже устав вважати і збився. 18 забив Саня, 16 Влад Гельзин. Валик забив, там всі по 3-4 позабивали. Оказується, президент клуба вважав. Звісно, по-любому, як обов'язаність моя. У нас такой, знаете, момент очень интересный был. Президент клуба и товарищи Александра по команде тащили его большой приз. Очень бусу золотую с мячом, все по очереди. Да, вручили такую золотую бусу, обычно маленькая, легенькая. А тут вручили с хрустальным каким-то мячом бусу и на мраморной подставочке она была, что еле
подняли. Ну, очень тяжело. Нет, ну действительно было приятно, да, всегда, потому что когда кто-то из нашей команды, ну, получает какие-то призы, все ребята радуются, и у нас очень хороший коллектив в плане того, что каждый из нас поиграл, что-то себя представляет, но я имею в виду то, что в ветеранском футболе без коллектива нельзя, и поддержка была. Ну, то есть вот эти результаты на ветеранском уровне только дается за счет коллектива. А с кем самое зустрілися у фіналі і з яким рахунком перемогли у вирішальному протистоянні? В фіналі грали з Бордо, Франція. Вот. Там 7-1 закончили. Ну там без шансов. Вони навіть там вже було не Бордо, вони підійшли ко мені і типу, ви не будете претензії мати, якщо ми зберемо зборну із всіх команд лучших. Проти зборної ми Франції грали. Вот. І, грубо говоря, ну як би сказав, що ні, нам без різниці, там вже, по-моєму, на 40-й секунді вже 1-0 ми повели. А забив, по-моєму, там якийсь родственник Попена, да? Ну так, да, двоюродний брат Попена забив. Или що, ну вже пенальти. А чи були ще якісь зіркові футболісти в складах суперників? Они все в принципе игравшие, но у них как, они играли там, когда закончилась карьера, все, они уже просто приходят там по пенали мяч и разошлись, да. Это у нас как бы чуть-чуть ветераны там все бегают, там все что-то еще пока доказывают. Мы до сих пор, да, с мыслью, что нас еще пригласят, да, может быть, футбол профессиональный. И все же вернемся в комнате, сдержим. 49. Заярный Вова, еще бы мы забыли всю компанию сказать еще, да. Мы как-то шутили, да, помнишь, когда в эти представительские, вот жалко, что мы не были 2 числа на стадионе. До речі, я якраз хотів сказати, що стільки вболівальників зібралося, стільки легенд українського футболу на цьому матчі, ну, взагалі, ну, на відміну, на жаль, на відміну від матчів Чорноморця, коли це насправді футбольне свято було. Так і у Франції також наші ветерани демонструють, що вони найкращі, це дуже приємно. Чи хотіли також прийняти участь у грі усіх легенд? Як слідкувало за цим, за цією подією, і наскільки зараз цей рух ветеранський розвивається в нашому місті завдяки футбольному клубу «Аркадія», і федерації футболу, і нашим ветеранам? Ну, со стороны федерации делается очень много, областной федерации футбола и города. Почему? Потому что такой праздник футбола, такой праздник вообще в Одессе, который мы, к сожалению, пропустили, но мы не могли не поехать. Наш президент очень сложно добивался этой поездки, потому что не так все легко сейчас и так далее. Мы не могли просто не поехать туда, и получилось, что мы прилетели не 2-го, а 3-го. Единственный вот момент, что были постоянно на связи, на вайбере, то есть, когда увидели этот стадион, когда увидели это, показывали ребятам, все говорили, блин, почему мы не там? Ну, то есть, ну, пропускать такой праздник жизни, конечно, футбола. У вас поважлива была причина, да, да. Привезли золото, это також дуже, дуже важливо. Расскажите про саму команду, як створили, як збирали гравців на цей турнір? Команда, ну, прежде всего, да, не все мои друзья, мы общаемся помимо футбола, да, мы собираемся на какие-то компании, футбол это уже как бы повод собраться всем вместе. И не поехать на этот турнир, ну, это было, тем более, что они пригласили сами, и не поехать на этот турнир, не встретиться с друзьями, да, и не просто провести время, там, выиграть это само собой вообще было, это тысячу раз приятнее, но все равно встретить всех своих друзей, там, пообщаться и так далее, и так далее. Тем более, что многие, ну, как бы, Олег Шилаев, мы его там тоже уже не видели, сколько там. Года вот. 4, да. Так что... Чи были еще с других мест футболистов? Ну, Шилаев Олег был, это Днепр, и Влад Гельзин, это, ну, президент Олимпика, да. Влада мы тоже давно знаем, он с 15-го года, он в 15-м году, мы, кстати, тоже летали в 15-м году, в принципе, этим же составом мы выиграли тоже европейские игры ветеранов, вот, только не в Антибах, а в Ницце. Вот, в принципе, там рядом. И вот с тех пор мы с Ладом общаемся, там, ездит с нами на игры. Так я что... команду нагороджували у Франции. Який был кубок, медали взагалі. Як ділилися емоціями ваші суперники після турніру вже, ну, така повага? Медалі, к сожалению, не було. Був кубок і приз лучшому бомбардиру. Да, Саша, что? Ну, Саня, в частности. А что касается там поздравлений, то они, конечно, естественно, им было обидно проигрывать, но все равно, тем не менее, они были очень, мне показалось, что они искренне были рады за нас, нас вызвали на сцену на отдельно, то есть мэр города поздравляла нас, все там,
их поразило, что как она выступила, там они попросили нас петь одесскую песню, там спели шаланды полные кефали, там, и она с таким, ну, с претензиями ко всем своим, что посмотрите, они футбол играют, поют, там отдыхают, переезжают, гуляют, а вы там типа ничего не можете. Насправді наші футболісти зараз взагалі найкращі, як збірна резервала Сербію 5-0, молодіжна збірна вийшла в фінал чемпіонату світу, як хлопці, до речі, також співають гімн вже. Ну, взагалі, ми бачимо, що є така позитивна волна в українському футболі зараз. Будемо сподіватися, що це продовжиться, ці успіхи. Які плани зараз? К чому готуватися? Які майбутні турніри? В яких будете виступати в чемпіонатах, можливо, серед ветеранів чи на чемпіонат міста серед любительських команд плануєте також заявлятися? Ну, зараз перший турнір, це от буде 4-6 июля. Это Киев Кап. World Cup Киев. Да, да, там это 8 тоже 8 на 8, там порядка 24 команд будут парни участвовать. Вот, потом нас приглашают Грузия, сентябрь. Там, потом в декабре, ну я не знаю, насколько они там, да или нет, Парма. Сейчас пришло мне до почты сообщение. Потом Дим Каганов есть, если, может быть, знаете, в Киеве есть такой организатор турнира, он там и Малага, и Мальта, там, в общем, турниров он, ну, много предлагает их. Я думаю, будем стараться, чтобы как можно больше посетить их, хотя тут тоже ж работа у всех, там, у кого-то тренерская, у кого-то домашняя. Ну, до речі, от хочу якраз запитати, після закінчення професійної кар'єри, наскільки зараз приємно зустрічатися з друзями і вигравати турніри, приїжджати в інші країни і підтримувати цю футбольну форму? Ви кажете, що, можливо, ще хтось побачить і запропонує у професійному клубі контракт? Для мене, якщо сравнення таке знайти, то так, як раніше було, коли всі ще в футбол грали, так як визов в национальную сборную Украины, когда все футболисты приезжают, видят друг друга, вот то, что происходит сейчас вот у Шевченко, все с радостью туда едут, чтобы пообщаться, поиграть, получить удовольствие. Вот для меня такой же вот вызов вот ветеранами, когда мы едем играть, то увидеть всех ребят, друзей, пообщаться. Вне футболу, на футбольному полі. До речі, про Андрія Шевченка, знаю, що ви разом з ним за збірну у свій час також грали на футбольному полі. Як зараз вам його тренерська праця? Ну, наскільки, ну, за цей рік ми бачимо, що виросла наша збірна? Виросла, виросла. У нього, видно, хороші вчителі були. Вот он и в Италии поиграл, и там почерпнул немножко, и взял ассистентов себе, помощников, и соединил наш менталитет с европейским менталитетом. Поэтому и молодежь у него уже не та, которая раньше, например, играла, да, уже чуть-чуть они мыслят по-другому. Поэтому все он слепил, и в принципе мы видим то, что получается на сегодняшний день. Вырисовывается очень хорошая и прекрасная перспективная картинка. Дякую. Ігор, я вам хочу також питання запитати, як при представнику не тільки Одеської обласної федерації футболу, як віце-президента, а ще як члена виконкому Української асоціації футболу, тому що такий ветеранський рух, це, і, по-перше, це приклад для дітей, для дитячо-юнацького футболу, для майбутньої підтримки, яка зараз праця в цьому напрямку планується. Тому що потрібно також, щоб наші діти виїжджали в інші країни. От, хотів Саше додати, да, по поводу того, что вот молодежь, Саша говорит, что у нас очень сборная, вы знаете, поколение ветеранов, да, на своем уровне пытаемся поехать, как Саня сказал, как мы все говорим, что только за первыми местами, только привезти в Одессу, чтобы Одесса за нас гордилась, привезти какие-то призы. Так и наши детки ездят какими-то возрастами где-то в Италию, где-то в Болгарию, где-то, и когда занимают вторые места, там присылают фотки, они там расстроены, плачут, хотят для своей команды, для города Одессы привезти какой-то кубок, чтобы их знали, чтобы их... Вот это вот стремление, наверное, все-таки в футболе оно очень важно и передается из поколения в поколение. Ветераны на своем уровне, детки на своем уровне, делается по мере возможности, делаются многочисленные турниры сейчас везде, плюс начиная с области, по районам. Единственная проблема, что где-то, может быть, не так часто и как нам хотелось бы, выезжаем за границу, дети наши выезжают за границу, потому что сейчас немножко так сложноватая ситуация в этом плане. Вот. Но в процессе, я думаю, что в любом случае по Одесскому, по Одесской области и по Одессе дети будут участвовать в международных турнирах и радовать нас. И нам, ветеранам, говорить, видите, мы тоже на своем уровне добиваемся
з цього, то ми так іскренні будемо за них ради. Ну, до речі, на цьому матчі ще матч пам'яті усіх одеських футболістів. Дуже було приємно, що майже 4 тисячі дітей з різних районів Одеської області зібралися на цій грі і виходили також, виводили легендарних українських футболістів, і в тому числі і дівчата, ну, жіночі команди з області. Це дуже приємно. І окрім турнірів, ще я знаю, що і фестивалі також проводяться. Ну, наприклад, це взаємодія з мадридським Реалом, ну, для нашого міста це також, ну, це, ну, така гордість, да, скажімо. Ведеться, ну, велика робота ведеться, тому що, ви знаєте, смотря на нашу збірну зараз, ну, як сказати, не хочеться відставати, ну, невозможно, да, просто хочеться порадуватися вместе з ними і на своєму рівні зробити щось, от як наш президент робить, ветерану везе, да, хтось везе дітей, хтось, якась команда пропонує свої, от ви говорите, як діти вийшли на, а ви представляєте, що таке для дітей, ви спросите у Косирина, у Полтавця, там, у Доценка, у Білозора, коли ми були дітьми, коли Чорноморець грав кубок УЄФА, там 86-й год или там 85, там пришел на стадион, то тебя кто-то похлопал по плечу, все, у тебя в памяти это, вот, ну, как сейчас, как будто это было вчера. То есть для этих детей увидеть таких легенд, таких звезд и взять за руку их, вывести их на поле, они, ну, я не знаю, сейчас рассказывать не будут, но инстаграмы будут полные этими фотками заложены, выложены, что они были там, что они были на этом празднике. Это и есть в целом, в совокупности, это и есть развитие спорта в Одессе и в Одесской области, и вообще для здоровья детей, для наших, и для родителей. Это сплошной позитив. Дякую. Ну і так наостанок цікаво просто про умови самого турніру у Франції, в якому місті це проходило, які футбольна інфраструктура там, ну, можливо, нам потрібно також, ну, брати приклад і розвиватися в цьому напрямку, тому що Франція це все ж таки чемпіони світу. Ну так, да, це в місті Антіби, це небольшой городок, це на Лазурному берегу, це там між Ніцею і Канами. Які емоції від самої Франції, як країни залишилося? Ну, ми були вже там, як би, ну, нормально, французи к нам нормально відносились, і країна чиста, акуратна, тобто все позитивно. Обіграти хотіли, старались, по крайней мере. Вот, і так, у них не було шансів. Впечатлення нормальне, ну, как бы організація була нормальна. Единственный был минус, это не было русскоязычного человека, которого, ну, гида, который хотя бы, ну, переводил, что они говорят. Там они называют, да, выходят там все команды, они называют, мы стоим, не можем понять, кто, у кого вообще вызывают. Нас все английские знают, да. Просто, а там французский он переводил. Мальчик табличку взял, нам дает, мы потом только поняли, что это нам надо идти. Вот. И как бы когда награждали, да, и мэр там теплые слова какие-то говорил, там, говорила, и, ну, оно непонятно было. Как но бы, мы хлопали. Да, мы хлопали, уже там, да, это уже такие нюансы, скажем так. Дуже-дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Ще раз вітаємо з цією перемогою на дуже престижному турнірі у Франції. Сьогодні в нашій студії футбольний клуб «Аркадія», який у ветеранських змаганнях, 32-й, так? 32-й міжнародний турнір у Франції. І це Олександр Фомічов, президент футбольного клубу «Аркадія». Дякую. Воротар команди, відомий український воротар, тренер воротарів «Балкан» Ігор Шуховцев. Дякую. Також один з найкращих бомбардирів одеського Чорноморця в історії Олександр Касирін, відомий також по виступам за Донецький «Металург». Дякуємо дуже за цю студію. Мене звати Дмитро Богомолов, ви дивили студію «Репортер». Залишайтеся з нами та живіть спортом.